Пусть знает Давайте силочку. посмотрим просто, как он на это отреагирует. Так, 4-2 счет. Обалдеть, он ладью подставил. Да, какой сильный соперник. Да. Обалдеть, он ладью... Ух, друзья. Да, приветствуем Эрнеста. Ладно. С победой. Да, спасибо Хорошо. Всем за поддержку, друзья. Весь сосредоточен, конечно, на игре. Да, как же мне сейчас сложно просто, друзья. Ох, как я расстроен просто сейчас. Так, давайте как-то так. Хоть же 5 же 6. Да, сам я виноват, блин. Вроде еще не выиграл. Не надо было так делать. Сколько я знаю. Ну, знал же я, что он так... Что он не поставит так, прямо. Так, что такое? Знал тут? Я. Ну, решил рискнуть, просто... Да, 48 зрителей, ничего себе, всем привет, друзья. Да, хотя бы за достойную игру уже, думаю, надо лайк поставить. Вообще никто лайк не ставит, почему? 4. Друзья, что-то, блин, игнорируете меня. Это как-то нехорошо. Так как быстро играть, так. Ё-моё, такие ходы ответственные, быстро делать. На ЕД коня 4 можно. 4-2, блин. Я 4 долго Мне сейчас думал, надо обе партии выигрывать. Все просчитывает за секунду. Выиграл бы я прошлую партию, не было бы такой фигни. Да. Фу. Давайте c5 как-нибудь. c7. Можно взять, думаю, как-то коня 4 здесь так. Лепить на e4, d5. Наверное, похоже у нас, друзья. Как-то не нравится мне позиция. Так, может, e4, Такие быстрые ручки у него. Откуда, e4, блин, как робот интересный. Играет, честное слово. Да. Ну, давайте e4, так, ферзь e4, 6. d5 же. А ферзь 6 уже ничего не вижу. Хотя все равно рискую, там просто g3. Очень такая опасная позиция. Да, диагональ слабая. 5 погнали как-нибудь. Диагональ слабая. Да, ну, друзья, думаю, это заслуживает хотя бы... Да, подписки на канал, респекта, да. Все-таки боролся просто так. Как мог. Ну, конечно, еще не все потеряно, но так, думаю, 4. Он добьет уже меня. Может, рискнуть, да, я совсем 4. Уже потерял контроль над собой. Так. Да. Так, так, так. Сейчас мне совсем сложно. Да, это по времени. Позиция очень. Да, думаю, Сергей сложная. Меня потихонечку уже будет добивать. Хотя вот у него времени поменьше, ну, это не удивительно, он в конце может мне просто срубить. Поэтому мы не удивляемся уже. Мы привыкли к этому. Так. По времени, да, это сильно, конечно, тяжело, да, это по времени. Наш соперник. Да, такие обидные партии. Ну а. Серьезно, вот отскакивает он. Как-никак, может, это, конечно, звучит грубо, но... Быстро так уверенно. Отскакивает 4. Он реально, вот. Ну вот, в последних двух партиях по времени, вот, он отскочил. Ладно, по позиции не спорю, он гроссмейстер, он, конечно, сильнее по опыту. Но по времени просто, если так считать, он просто отскочил партии 2-3. Вот, это как-то, блин, это обидно очень. Да. Да, что-то, друзья, он просто как машина. Чик-чик-чик-чик-чик. Давайте F3. Не думаю. На Еф можно ферзь F5. Сильное решение принимать. Молодец, конечно. C5 играет. На, так, на ну, C5, H6 с другой висит. Стороны. Может, он зимой. О, это все, да. То есть, играет невероятно быстро. А, давайте какие-то шансы, может, будут. Так, ладно, съел. С чем-то все закончится. Да. Понятно, да? Сюда. Да, ну с Сергеем вообще. Ух. Да, такую позицию с ним просто невозможно. Так. Да, добивает меня Сергей уже. Невероятно быстро. Ну как здесь? Хотя бы. Последние шансики. У меня тут остается. Ферзь F3, король G7, да. Вообще мало, друзья. Снова F6 хочу. Давайте как-то сюда, ну что там все-таки висит у него. Так, кстати, опять время, да, у него тает. Так. Часики-то тикают у него. А может, так, на флаг что опять? Делать? Ну,
Как ему флаг срубишь? Он, блин. Так, уйти уже с подсвязки наконец. Ему флаг не срубить просто. Хотя ему срубил один раз, но. Так. Ну как здесь можно пойти? Вообще не. Ну, 12 секунд ему просто вот так вот. Вот так вот хватит. А, на d4 еще висит у него, кстати, пешка. Кстати, да. d4. Кстати, в птичках. Как-то. Е6, давайте, может, что-то выйдет из этого. Ай. Конечно, да нет, 8. Нет, нет. Ну где мое время? Где мое время? Кстати, друзья, давайте-ка мы попробуем здесь. Нет, 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 ну Сережка, что ты делаешь? Да, обыгрывает меня. Так. Да. Фух, удалось. Соперник. Так, еще шансы есть. Тащи. Как непросто, друзья. Как от тебя не затейливо.